Привет, мои дорогие! Вы на канале Риша Майкап, я Риша Крылова. Это видео из рубрики «Влог», где я не только крашусь и говорю о косметике, но и делюсь тем, что происходит у меня в жизни. Завтра, кстати, я собираюсь на встречу с своей маленькой мечтой, очень нервничаю, очень переживаю, и в следующем влоге обязательно с вами поделюсь новостями. А в этом видео вы увидите то, что происходило в марте. Много закулисья и офлайн мероприятий. Открыть золотого яблока в зоопарке, съемки для Первого канала, мой мастер-класс в ЦУМе, представляете? А также блогерские мероприятия. Я уверена, что вам будет интересно прогуляться вместе со мной по этим воспоминаниям и увидеть то, что обычно остается за кадром. Берите свои стаканчики с кофе и погнали смотреть влог! Ох уж, это блогерская жизнь. Вот уже не дадут спокойно зубы почистить. Везде эти папарацци следят. Как обычно происходит съемочный процесс? Вы видите на выходе, 15 минут готового материала. Но на самом деле создание ролика — это минимум 3 дня. Первый день уходит на подготовку. Я обычно продумываю, о чем я хочу рассказать, какие продукты показать, на именно написание идеи и подготовку сценария. Следующий день — это съемка. Да, конечно, не целый день, но часа 3-4 мы снимаем стабильно. И еще один день — это постпродакшн, когда весь готовый материал собирается, когда готовится обложка, когда вносятся правки, и все финализируется уже готовым материалом. Так что на самом деле работа над блогом — это очень большая и затратная по времени часть. Господин оператор, скажите, как вам работать над созданием канала Риша Мейкап? Что я могу вам сказать? В целом работается отлично. Бывают сложные моменты, бывают легкие моменты. Таков путь джедая. Вот твой паспорт. Забирай его. Я только что рассказывала, что я пытаюсь похудеть и ем здоровую пищу. Что там? Ну-ка, открывай. Что же? Что там? Наверное, листья салата? Анпакинг. Анпакинг. Не может быть. Что-то на диетическом. Смотри, тесто это же, пшеница. Это даже полезно. А соус? А соус не в счет. А колбаса это практически мясо, да? Ну вот, пицца пополам. Секрет сохранения фигуры. Красишь губы, значит, красной помадой. И не ешь. Что вы смеетесь? Ваше здоровье. Ладно, я тоже съела, каюсь. Но это очень вкусно. Ну что, мы закончили снимать YouTube, а сейчас у нас прямой эфир. Провожу прямой эфир для бренда Кристина, рассказываю про свой любимый продукт, который чаще всего использую, потому что на самом деле уход — это реально залог любого красивого макияжа. Ник, до сюда. Привет. Это для влога. Вот сюда. Вот так вот, когда ребенка не видишь целыми днями, ребенок приходит на работу. Ты же хотела посмотреть сегодня мой прямой эфир? Да. Ну вот, будешь первым главным зрителем. Привет, а я собираюсь сейчас на студию. У меня будет стрим с золотым яблоком. На модели покажу лифтинг, макияж, секретные техники, приемы, ну и, как обычно, крутую косметику. Я уже накрасилась. Очень красивая, кстати, палетка. Это новинка от Dolce & Gabbana. Благородные такие фиолетовые оттенки. У меня на заднем плане, конечно, бардак, простите, пожалуйста, я переезжаю. Очень много событий в начале марта. У меня ребенок пошел в новую школу, в гимназию. Мы переехали в более просторную квартиру, потому что в нашей до сих пор идет ремонт. Очень много работы. Мне кажется, такое ощущение, как будто, не знаю, Новый год еще раз наступил. И я разрываюсь просто на части, чтобы все успеть. Я договорилась вам показывать то, что остается за кадром. Вот. Это каждый раз я вожу с собой чемодан с косметикой, свет, штативы, неподъемная сумка. Она уже успела развалиться, а я пока даже не дошла до такси. Надеюсь, ничего не упадет.
Так, ну что, мы уже на студии. Это моя модель Людмила. Вы ее, кстати, уже видели в одном из прошлых выпусков на YouTube-канале. Мы тоже делали ей лифтинг-макияж. И сегодня она будет мне помогать проводить прямой эфир для золотого яблока. Как настроение? Отлично. Предвкушение. Предвкушение. Давайте уже накрасимся. Что, наш стрим закончился, вот такая Людмила очаровательная, свежая, прекрасная. Как было вам по ощущениям? Классно. В руках профессионала не устаю говорить. Себя ощущаешь красивой, легкой, замечательной. Прекрасной, кожа такая сияющая, супер. Эфир завершился, стрим сохранен, можете посмотреть его на сайте приложения «Золотого яблока». Это, посмотрите, невероятная красота. Уже приходят подарки к 8 марта от бренда Остриков. Я обещаю за ними ухаживать. А теперь вернемся к продуктам. Хочу вам показать новые, которые меня удивили. Приятно. Первое – это палетка теней от бренда Note. 50 оттенков коричневого для дневных, вечерних макияжей. Разные по теплоте цвета, но все-таки больше, мне кажется, она уходит в коричневинку, в теплинку. Тут сочетание матовых оттенков и сатиновых, формула пигментирована, хорошо набираются, хорошо наслаиваются и доступны по стоимости, что немаловажно. Новый бренд Radiant, греческий бренд, это тональная основа, устойчивая, пигментированная, легко с ней работать. Здесь витаминный комплекс в составе, поэтому подойдет в том числе для лифтинг-макияжей. И он такой устойчивый, держится прям хорошо. Дальше, эти продукты вы видели уже много раз, а это малышка, это блеск от бренда Релуи, такой красивый, просто невероятно, а еще он не липкий и оттенок нюдовый, там золотистые микроблестки, стоит 3 копейки, получаете миллион удовольствий. Другие продукты вы можете посмотреть на стриме, они там все сохранены. Тут у меня такая стена со всякими памятными моментами, с разных мероприятий. Конечно, открытка от мужа. Это вот бейджик, когда я ездила на Dior в Париж. Было много лет назад, но до сих пор вот у меня как памятный тут висит. Good morning! Ну что? Люди уже работают в офисе напротив. Я тоже уже в рабочем режиме. Посмотрите, накрасилась, причесалась. И даже не скажешь, что спала я сегодня... Нет, по этой антенке, наверное, скажешь. Спала я сегодня 3 часа. Что я делала всю ночь? Я писала сценарий для сюжетов для Первого канала, для программы «Доброе утро», где я принимаю участие. У меня сегодня будет мега насыщенный день. Сначала мы с вами поедем в ЦУМ. Там сегодня проходит клиентский день by 3. Я вам покажу мои любимые продукты бренда, потому что они потрясающие. Там действительно много того, на что стоит обратить внимание. А после я переодеваюсь, так знаете, по щелчку пальца, и еду на мероприятие в Янсабо, приурочено к запуску новой туши. В общем, как вы знаете, не переключайтесь, будет очень интересно. Погнали! Это мои любимые кремовые тени. У них такая мягкая форма, мягкая консистенция. Сначала они растушевываются при нанесении. Можно прям пальчиками или кистью их легко растянуть. А если вы их нанесете и оставите, буквально через пару минут, вы увидите, что они зафиксировались, и с места их уже не сдвинулись. При этом они не сушат века, а слово совсем. Первый оттенок для красивых, насыщенных смоки айс. Номер 3, самый светлый для дневных макияжей. Для красивых бронзовых смоки номер 4. И номер 5, он такой с легкой-легкой какой-то розовинкой. Более розовый оттенок Frozen Quartz номер 6. И номер 15, очень интересный, оливковый, невероятно красивый в жизни. Видите, я уже который раз мицеллярной водой прохожусь, и они остаются, насколько стойкая формула, и при этом абсолютно не сушат. Вот. Намертво.
Смотрите, для увлажнения кожи есть две основные линейки. Линейка с гиалуроновой кислотой, она такая нейтральная по запаху. Действительно, очень здорово питает, увлажняет кожу. И линия с экстрактами розы. Тут потрясающие ароматы. Я влюбилась вот в этот тоник с лепестками. Знаете, наносишь, и сразу такая прям спа-процедура на коже моментально. А это потрясающая палетка Байтери. Чем она хороша? Тут есть пудра хайлайтер, два оттенка румян и потрясающая бронза. Вот как раз сейчас ее буду наносить. Что еще из интересного? Это цветные туши. Они, знаете, не яркие, не кричащие, а очень благородно смотрятся на ресничках. Смотрите, фиолетовый оттенок, очень интересный цвет. Он такой коричнево-графитовый с легкой зеленцой. И оттенок денима. Очень удобные щеточки. Помада Lip Expert. Она с лаковым эффектом, есть матовая. Вот более бежевый оттенок единичка, более розовый это двоечка. Переоделась, мы делаем буквально пару последних штрихов, наносим вот такой вот спрей с тонирующим, подсвечивающим эффектом, чтобы у нас было красиво не только наш макияж, но и тело, и красиво все смотрелось на фотографиях. Ну что, из одного красивого места перемещаемся в следующее красивое место. Устала ты, признавайся? Нет. Она занюхивает свою усталость. Едем дальше в особняк, где будет проходить запуск туши Vivienne Sapo. Хочу. Даже немножко осыпаться. Ты что, модная? Купила камеру? Да, представляешь? Да? Влоги да, снимаю. Какая? А мне нравится вот такой рисунок. Тут надо выбрать да. Рисунок. Они все такие красивые. Но меня вот... Давайте вот такой. Я всегда хотела на пальцах что-то нарисовать. Один пальчик, да? Ну, касательный, да? Он и безымянный вывесит. Но тут пропустим, либо пропустить зону, либо на середину. Из-за этого. Весь вечер ходите с этой корочкой, и перед тем, как уже нужно будет уходить, вы можете к нам подойти, мы вам просто снимем, либо можете самостоятельно просто салфеточкой соскрести без воды, просто с руки. Вы волшебница. Спасибо большое. Очень красиво. Да, мне очень приятно. Вот. Потому что я сегодня красила сама целый день, я думаю, боже, как я завидую, хочу быть на их месте. Здравствуйте! Боже, что за роскошный мужчина! Здравствуйте! Просто посмотрите, какое сегодня роскошное мероприятие, как все красиво оформлено, какой шикарный стол, какие шикарные коллеги у меня сегодня. Красиво.
Цвет настроения синий. Доброе утро. Я собираюсь, вот уже все чемоданы приготовила, жду такси. Еду на съемку для Первого канала. Кто не знает, я являюсь экспертом в программе «Доброе утро», и сегодня мы снимаем сразу 4 сюжета. Обычно это съемка на целый день, потому что вы видите, в эфире всего пару минут, но снимается это намного-намного дольше. Всем всегда было интересно, как пишется «Доброе утро». Это Артём, наш режиссер. Артём, у вас утро доброе? Всегда. Александр? Да. Утро доброе? Обязательно. Наш сценарий. Вот все здесь крупно, чтобы я видела, все прописано. Кисти. Кисти сегодня у нас это G-Beauty. G-Beauty из последней как раз распаковки. И вот такой вот домик для спонжа, тоже G-Beauty. Очень удобно. Тут дырочки, чтобы спонжик хранить. И при этом он проветривался. Готово. Все, как я обещала. 3 продукта. Какова красота. А здесь, кстати, симпатично очень выглядит. Свет хороший. Спасибо. Такие вот красивые кремовые румяна у нас сегодня получились. Мы смешали шик в оттенке Hot помаду и консилер Dior. И получается более мягкая, такая более полупрозрачная формула. Уже еще смелее. Вот отсюда. Первым делом нейтрализуем зеленой базой всю красноту на лице. И поможет мне моя модель Валерия. Тут вообще куда угодно. Самое интересное всегда остается за кадром. Какой-то проезд. Этот ролик у нас посвящен коррекции нюансов, если ты вдруг собралась на свидание и неожиданно выскочило что-то неприятное в лице. А это мой райдер. Я работаю за рыбки-печенюшки. Ну, нет, чем все, платят, тем мы платят. Мы за это работаем. Единственная мотивация. Выпиши. Ну что, в студии мы отсняли. Теперь перемещаемся в кафе. Все, добро, богатство, даме вот это вот принесем. Ну что, мы из студии переместились в кафе. И вот тут все сидят, кушают, а мы сейчас будем им мешать. Время будет скоро 8 вечера, а мы только завтракаем. Обедаем. Доброе утро. 3 в одном, как кофе. Мы закончили. Доброе утро! Я спешу на открытие золотого яблока. Сейчас буду краситься в машине, потому что ничего не успеваю. Вчера очень поздно закончили снимать. Ну что, вот он, магазин «Авиапарк», где сегодня как раз-таки будет торжественное открытие золотого яблока. Ну а я уже бегу. Ну что, мы уже в золотом яблоке. Смотрите, какая тут красота. Всякие вкусняшки. Вот шампанское. Мой литр кофе, например. Девчонки уже готовы тоже выходить. Красотки. Ну что, пойдемте трудиться. Это что за мужчина такой красивый? Мы с вами где-то виделись, мне кажется. Мне кажется, вы моя соседка. Есть такое.
делаем сногсшибательные стрелки на нашей роскошной модели. Такой у нас получился красивый макияж. А на камере вообще как будто фильтр лежит. Просто не поверят. Как вам макияж? Мне кажется, я первый раз в жизни такая красавица. Это очень приятно. А как вам макияж? Отличный, Ириша, вы огонь. Стоят внимательно, все слушают, вникают, снимают информацию. Задают вопросы, некоторые очень много вопросов. Неудобно. Очень даже удобно, мы для этого здесь и собрались. Девчонки там творят красоту. Тут у меня за столом Лена Мишек, Надя Борисова, Makeup Trend. И для ценителей люкса это красивые оттенки от Sisley. Они с легким блеском, хорошо держатся на веках, фиксируются и при этом не стягивают. И вот такой еще у нас получился макияж. Сегодня было ответственное занятие красить тоже визажиста. Как тебе макияж? Мне очень понравился. Я давно мечтала попасть к Рише. Моя мечта воплотилась, такая красота получилась. Просто. Глаза у тебя голубые, просто голубые. Риша всех накрасила, теперь красится сама. Все такие красивые, что мне стыдно стало. Надо убрать весь жирный блеск. Ну что, наше видео заканчивается. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Тем более, что каждый выпуск мы разыгрываем сертификат «Золотое яблоко» на сумму 1000 рублей. А победителя прошлого конкурса вы сейчас видите на экране. Я с вами прощаюсь. Моя любимая, роскошная, сногсшибательная, невероятная. Спасибо вам за любовь, за поддержку. Обнимаю вас и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока.